Так, ребята, здравствуйте всем. Давно не было. Ездил, работал на минике. Там даже разбирал верх, там снимал с него чехол. Опускали меня в яму. Ну то сунул видео там чуть-чуть, как особо снимать нельзя там было. Ну, кусочек сунул, как мы там работали в яме. Так, взяли мы трубу 60 на 120, 6-метровую он я поехал, привез на Татре, сунул ее в кузов. Все, сейчас начинаем зарезать, принципиально, чтобы зашел на драмник, подрамник, то есть не сутево, чтобы он зашел. Ой, что я тут сделал? Ночь какую-то. О. Чтобы он зашел, желательно за рессору, за ухо рессоры. То есть вот мы максимально его здесь будем запихивать. Начинаем резать. Потихоньку сейчас материала взял я. Жека, он нашел, Жеки, контейнер для инструмента. Он мечтал о нем. Как раз мы ездили за этими трубами и увидели на металломе контейнер. Короче, ну, все хорошо, теперь есть. У Женька уже сарайчик свой, перевозной, скажем так. Ну, все. Сейчас режем, сверлим, рассказываю, как, что. Из опыта, все, из личного опыта. Дожди у нас пошли. Ну, ничего. Будем потихоньку работать, то что сидеть, заработали на материал, можно и поработать. Все, занимаемся, разметили, пилим. Так, кильнули, позарезали, то есть зарезал 45, мало, то есть упирается коллектор, потом сделаю еще больше, то есть главное, чтобы оно зашло за рессору желательно. Из-за чего? Нагрузка же играет и ломает. То есть это будет работать как бы усилителем. С этим как бы ясно. Зарежемся. Кинем сюда листик, чтобы тут, ну, обслуживать. Все было хорошо. Разметился ремянки, где будут идти тут. Высчитал. Вот одна ремянка. Вторая, сейчас будем сверлить. Третья. Не, это четвертая. Вон еще одна, да. Вот тут еще будет, чтобы его зацепить помощнее. Ну что, сейчас тогда начинаем сверлить отверстия под мою систему разработанную. Ну, я так сам разработал. Может, еще где-то она есть под пальцы, чтобы обжала стремянки. Хотел еще кинуть здесь, а ну, вот одна, и хотелось бы здесь, но мешает кран этого прицепа. Может быть, что-нибудь здесь еще потом сделаем. Ну, глянем, как оно все будет на жесткость. Разварим. Здесь я все крест. Так. Сделаем не так, как на КамАЗе. Вот так, да? Крест. Как бы, да, но вынимать в редукторах проблема там. Мост выкатывать. А мы сделаем вот так, наверное. Как-то ромбиком. Ну, работает. И эта система. Так. В мысли вслух, как говорится. Он специалист меня снимает, ляньте. Видите, ляньте, он сидит. Ага. Спалил. А что-то выпало, Жека. А что-то выпало у тебя. И порует. И порог пошел, Женечка. Видите? Еще в шортах, а я уже работаю сам. Ладно, сверлим. Сейчас покажу процесс сверления. Отверстие на 50. В профиле трубе
120 на 60 с оттенка 3. Так, колхоз Маяк, да? Спасибо, Женечка, рукавицы мне выдал новые ленте фирменные, чтобы я руки свои берег, говорит. Я-то. Спасибо, Женьку. Мягкие, обалденные. И руки не воняют. Все, вот, коронка на 50. Только нужно ее обтачивать. Жопку того, что сильно глубоко она, наверное, не рассчитана сверлить. То есть, быстро. Спасибо пацанам за магнитку. Вообще, я вот, я не знаю, как я раньше жил без нее. Раньше я на фрезере сверлом на 50 сверлил. Тягаешь ее, ну, долго. Сейчас высверлим, шайбы варим. Я ушел. Центр у нас 60, да, то есть, ну, 120 на 60. Я ушел на сантиметр выше, чтобы, то есть, она будет сжать, чтобы ребра было больше, чтобы, ну, не гнула, а именно работала ребром. То есть взял не 6 сантиметров вот до центра, а 5. То есть добавил ребра ему сантиметр. Так что как-то так. Сейчас пьем чай. Вон Санек зашел. Занимаемся. Так, ребята, заказал онлайн, отправил чертеж. Вырезали мне вот такие шайбы лазером. Гляньте, какие сексуальные. Восьмерка металл. Сейчас мы их вот сюда варим. Чик-чик. У меня есть пальчик, шаблон, чтобы его, ну, не ушло никуда отверстие. То ему уже лет 5. Что нашел на 50 тут как раз он проварил. И он у меня, как говорится, со мной всегда. Лазер, конечно, тема. Обработка, все. Нету углов 90-х. Должно быть сексуально. Сейчас обвариваем. Дожди у нас, капец, ливень лил. В гараж зашел работать. Гляньте, пацаны, ливеняка. Просто капец. Гляньте туда. Это уже часа 3. С переменными успехами. То есть, то нету. На видео не видно, но там ночь. Вот там ночь, не видно вообще ничего. Гляньте. Фух, вот это мы урожай, наверное, соберем. Пшеница еще тут у меня не убрана рядом. Я думаю, что ей нехорошо, очень нехорошо. Оно уже дожди льют и льют, но сегодня вообще, блин, просто, просто капец, просто. Чем хорошо эти навесы от дома? Сухо. Чем хорошо? Ой, Жека начал мыть контейнер. Гляньте, что я себе приобрел. Не удержалась у меня рука. Хлеба себе не возьму. А возьму лебедку. Гляньте, она в состоянии новой. Сгоревший двигатель, сказали, история. Нету двигателя. Рос. Типа тяговое усилие, я изучал ее, 7600. Ну, мне, конечно, мало верится. Модель вот. О, модель. Не знаю, двигатель, наверное, этот вариант есть. Стартер сюда сунуть. Вот автомобиля КамАЗ. Он там более-менее по мощности подходит. Как бы ее взял за недорого. Ну, вещь обалденная. Готовая электролебедка. Новая, там что-то около 40 тысяч гривен стоит этой модели. Ну, все работает. И состояние, ну, вообще целка. То есть, наверное, что-то зацепили сильное и спалили мотор. И запах есть. То есть, ну, это правда, что его. Но его, блин, нету. Не было. Вот так вот
взяли. Ну что там оно? Идет еще. О, вот видите, уже светлее. Вот онлайн снимаю. Уже меньше, а. Здесь я вот обвариваю потихоньку. Там я отдыхаю. Так. Шайбы все. Джик-джик-джик-джик-джик. Сейчас переведем, обварим еще одну сторону. И будет фэн-шуй у нас. Потихоньку варим. Так, ребята. Режу пальцы. С чего есть уже? Уже, ну, просто жопа. 50-й кругляк у нас на сегодняшний день 850 гривен. Ну, как бы, может, это и немного, если есть работа. А если ее нету, ну, надо этот заниматься. Сейчас режем пальцы. Мне передал подписчик эмульсию, но еще не заливал. Увидел, что тут ржавеет. Станина говорит, на тебе, некогда намешать, что-то там было. Была же, говорю, работа. Все. Не хватает еще одного. 8 штук пальцев надо нарезать и сделать отверстие в них. С ремянки сейчас режем. Там резьбу отдал Сергею Викторовичу, чтобы мне нарезал резьбу. Ну, покажу, как я их загинаю. Короче, делаем все из мусора, что есть. Вот тут роемся. Что-то находим какие-то. 50, 48 уже, ну, уже не важно. Кругляки. Нечего, блин. Ну, ничего. Победим мы. И такое делали. Все режем. Так, вот так я делаю пальцы. Кто не видел. Ну, нету пальца на 50. Одного не хватает. Используем трубу. Толстостенную, 48-я она, пойдет. Они идут на тягах реактивных, на камазовских, вот, похожая на больших, на усиленных тягах. Мне их нужно сделать 8 штук. Это 16 отверстий, каждое отверстие сверлим, снимаем сверло, потом фрезой делаем онижение под шайбу. Ну, то есть операция не сильно быстрая, но хорошие дела быстро не делается. Короче, вот такой процесс, вот, понимаете. Ну, можно и не из пальцев там усилия, как бы нормально будет держать. 18-я у меня идет стремянка. Материал я нашел на 18. Сейчас режем, Сергей Викторович, резьбу. Этот отверстие 20 по центрам, 120 миллиметров. Я делаю по центрам вот этим вот. Так что, ну, как-то так. Сейчас надо на ускоренную подачу. Что там можно опустить. И вынять надо упор. Потихоньку. Берем и делаем. Все. Процесс увидели. Вот. Ставил диаметр фрезы 40. Потихоньку на малых оборотах делаем понижение. Все. Длина пальца 170 миллиметров. Вот потихонечку на камере вращение наоборот чего-то. О, блин. А на самом деле, ну да, против часовой, да? Стрелки. Интересно. Ну, не важно. Сейчас выйду, покажу, как оно, что будет. Ну, многие видели, кто-то новенький у нас, чтобы не писать, не жужжать, лучше рассказать, поделиться опытом. Вот, ребят, 7 у меня есть, с чего было тут
какие-то бушные, все, ну, я их резцом режу, а потом пилой, раз-раз, чтобы резцы не ломать. С выработкой были, поровнял, то есть, ну, тут шана с него, как говорится, невелика. Вот такой пальчик, вот он, все четенько, видите, ну, один будет с трубы. Хочу поехать на лазерную резку, выпросить у них, чтобы они мне шайбы сюда вырезали лазером с рессоры передней там. Ну, КамАЗ, чтобы, ну, не знаю, ни до чего. Она каленая, то есть не будет врезаться рессора тема. Самому вырезать это сильно сложно там, а их мне нужно 16 штук, да? Так, с тремянки я раньше этот делал из двадцатки сталь 20, но сейчас проблема нету. То есть она есть, но ценник сумасшедший. У меня есть на 18, я резал прицеп импортный когда-то. Вы поняли, что это? Задвижки с ручек вот. Ну, с виду материал нормальный. То есть на 18 сейчас резьбу нарежем на полтора и будет very good. По поводу Женя там пиляет контейнер. Вот же пальцы, ну, это не отсюда, это с другой рамы там шире я что-то раньше делал, все. Вот так вот оно всовывается. Вот это, я считаю, самая лучшая система. Перемычки будут вот так вот. Я их уже разложил, не знаю, снимал или нет, уже забыл. Сейчас он, идем до Салтовского, проверим. А ну, Женечка, что там? Женечка, что пишет, Женя? Что пишет? А что ты его уже пиляешь? Зачем? Зачем ты его пиляешь? Хлёсты есть, мне они нахуй не нужны. А, не ругайся. Не ругайся, нас детки смотрят. Снимаешь? И беременные женщины, да. Вот, смотри, какой лист. Положи. О, это мне домой. О, это мне. Вот, смотри, куда его положить. Тебе надо туда его врезать все дело. Не надо, у меня возьмешь ржавенькое, а это я заберу себе. Молодец. Ну, вершочек нужен. Так что, как-то так. А ну что, нельзя было подрезать, блин. Женя. И ну, вот так накидали сверху. И это. Спасибо большое, что нам оставили. Гляньте, вымыл все, полочки. Да. Ух ты. А чем ты мыл, Жень? Мойкой мыл? Да, твоей. Да, мой. Пилите, Шура, она золотая. Ой, солдатский пили. Я вон вчера работал, гляньте. Сегодня опять ехать там. Равнять надо там на болоте. До ночи копал. Лезет сильно. Ливеняка и шел, муляка, а оно лезет. Страшно лезет. Так что, как-то так. Так, на сегодня буду завершать. Сейчас еще тут хотел ответить на вопрос. Мне один специалист сказал, что ось опрокидывания нету смысла делать шире рессор. Почему? Я так и не понял сильно, но чем шире у вас задняя ось, это как этими, ну, ногами расставить, ну, расставить ноги, если стоять на ветру, либо сжать ноги, если стоять на ветру. Это вот, ну, как-то вот пытался объяснить я. Так, по поводу подрамника, чи надрамника, сейчас меня начнут поправлять. Ну, сумма не меняется, и все понимают. Так что здесь все ясно. Сейчас пальцы, да, сверлю. Будем завершать кино первой серии нашей. То есть чем шире, вот у меня автомобиль Гатра, у нее еще, наверное, шире. Вообще супер просто высыпать. Чем шире задняя ось, никого не слушайте. К рессорам оно никакого отношения особо не имеет. Я тут понял, что имели в виду, но это теория все. Все работает. На Гатре, говорю, еще шире. Так, ладно. А, еще хотел дать
эту рацуху. Вчера смотрел ролики там по этой эвакуации там серьезной. Пацаны занимаются и все пользуются вот такими петлями. Вот у меня вот есть военная такая, да. Вот, ну, вот такая вот есть. Ценники на них сумасшедшие. И от сильного усилия ее, блин, все равно сжимает. Я когда-то там доставал экскаватора, ну сильно. Он у меня даже есть фирменная тут какая-то итальянская. Видите? И то. На резьбе, да, удобно все, но грязь, песок. Есть решение самое лучшее. Он в Салтовке что-то забегал. Есть решение самое лучшее и этот и дешевое. Опять автомобиль КамАЗ. Стремянка обычная вместо петель. И вот. Либо его родное ухо, либо палец я сверлил когда-то. Вот так вот, чтобы, ну, не гнуло, углов не было острых. Честно, ну, очень хорошо работало. И работает, я их использую. Не часто у меня бывает что-то серьезное там в плане эвакуации. Есть еще мощнее, тут я их режу. Есть на 27. Представляете, как оно работает, ну, на этом автомобиле удары все время и ничего, и не лопается ничего. А тянуть без резких этих всех движений, то есть обалденная вещь. Сняли гайки, закрутили трос там, соединить что-то. То есть, и это работает, но цена, то есть опять же вопрос цены. Резьбовая хуже, то есть забивается грязью, потом там крутить, а его там или чем-то ляп, чик, затянули, одели трос. Ну, лучше использовать вот такое, чтобы не рубало трос. А на 27, если взять, она уже радиусом, ну, я не знаю, что с ней нужно сделать, чтобы ее разорвать. Так, с этим понятно все. Так, будем завершать. Сейчас я вам этот в конце суну, как я работал там чуть-чуть, пацаны. Была работа небольшая. Вечно меня вызывает какой-то солидол. Много я там не снимал. Нельзя было, ну, чуть-чуть суну. Так что на этом будем завершать первую серию нашего кино. Вино и домино, да? Все. Всем мирного неба. И всего самого наилучшего. Все. Начали работать. Ой. Вот такая работа. Гляньте. Гляньте ежиков, пацаны. Сколько ежиков. Вот там все металлолом. Сейчас будем его вырезать. Не могу ехать дальше. Замыло тут все. Это вода горячая, тут какой-то узел. Он уже положили. Вот это все нужно мне как-то. Красиво. Вот эти колонны. Ну мы же умеем. Мы же умеем. Умеем. Нормально. Обращайтесь. Пользуйтесь услугами. Неделю, да? Неделю. Ваня, телефон фотографирую. Я сфотографировал видео. Да. Все есть. Оно будет в Ютубе. Да, пацаны? О. Два шахтера. Вот так вот грузим бодейку. Потихоньку. Вера в гору. Потихоньку. Опа. Все ушли. Отходим. Потому что тут сильно опасная работенка. Потихоньку, потихоньку. Гляньте. Сейчас, ну стоп, стоп. Вот там, смотрите. Бойцы. Вера в гору. Все, Вера, Мира. Гляньте, пацаны. Повернуться не могу вообще. Просто вообще. Трубы какие-то. Вот там он что-то торчит. Вот там что-то торчит. Ну, будут вырезать, чтобы я мог дальше чистить, блин. Да. Как-то так.